Дорогие зрители канала «Серебряная птица», представляем вам несколько идей, как быстро, легко и со вкусом трансформировать офисный лук в образ для покорения сердец. Первая трансформация максимально проста. Все, что нужно сделать, расстегнуть две верхние пуговицы на рубашке, ослабить воротник и добавить стильные аксессуары. Мы советуем комплект позолоченных украшений со вставками из прозрачных фианитов. Крупные камни в серьгах и кольце мгновенно становятся акцентом образа, притягивают взгляды и преображают простой костюм своим блеском и невероятным шармом. Во втором варианте трансформации предлагаем расстегнуть пиджак и закатать рукава на три четверти. Для этого образа выберите более яркие украшения. Предлагаем вам комплект с родированием и крупными фианитами, способными значительно преобразить простой офисный образ своим сочным цитрусовым оттенком. Желтый всегда спутник хорошего настроения и ярких эмоций. Третий способ трансформации вместе с пиджаком снимет с вас все напряжение. Добавьте яркие украшения со вставкой из крупного фианита глубокого зеленого оттенка. Ваш образ станет еще интереснее и свежее. Закатайте рукава рубашки до локтя. Теперь ваши руки свободны от офисных дел и готовы к новым интересным событиям. Теперь ваш образ идеален для вечера с друзьями. Следующий вариант отлично подойдет для вечеринки. Расстегните рубашку до черного топа и завяжите ее концы в узел. Акцентные украшения с голубыми фианитами сделают вас звездой любой компании. Уверены, в таком образе вы получите максимум удовольствия от мероприятия. И финальный способ преображения нацелен на приятное свидание. Предлагаем вам заменить офисную юбку на атласные брюки, добавить туфли и помаду сражающегося красного цвета. И, конечно, дополнить образ интригующим комплектом украшений. В нем представлены серьги, кольцо и подвеска из серебра. Темный цвет султанита придаст вам нотки загадочности, золочение подчеркнет магический цвет камня, а вы покорите не одно сердце. Дорогие зрители, как вам такие идеи и какие бы вы предложили еще варианты, пишите в комментариях.